Правительство Сальвадора не пойдет ни на какую сделку с преступниками, заявили власти республики. Ранее в местном издании «Эль Фара» была опубликована статья, в которой утверждалось, что президент Сальвадора вел переговоры с несколькими преступными группировками. Мы хотим, чтобы люди поняли, правительство с людьми, оно не имеет дела с преступниками. Накануне власти устроили пресс-тур, чтобы показать, в каких суровых условиях живут заключенные. Мы хотим, чтобы здесь лучше следили за нашим здоровьем, чтобы нам давали видеться с родными, и чтобы мы могли получать то, что нам нужно. Например, в том, что касается гигиены и одежды. Как видите, у нас нет униформы. По информации журналистов, президент обещал предоставить ряд привилегий заключенным из этих банд, если в стране снизится число убийств. В статье также утверждалось, что глава государства и правительства рассчитывал заручиться поддержкой этих группировок на парламентских выборах.